Несколько веков назад учиться в школах было привилегией материально преуспевающих людей, дворян и других представителей высших сословий. Людей простых, малограмотных и неграмотных принимала школа «Воскресная». Название свое она получила по дню проведения занятий. Здесь люди получали не только религиозное воспитание, но и знания грамматики. Школы создавались при храмах и монастырях. И сегодня при многих церквях есть свои воскресные школы. Правда, сейчас главная их цель не научить навыкам письма и счета, а дать полное духовное образование. В Свято-Успенском храме Славянска на Кубани каждое воскресенье работает своя церковная школа. Чем отличаются занятия в ней от занятий в школе обычной, смотрите в следующем репортаже. Церковно-приходская школа при Свято-Успенском храме существует уже около 20 лет. 15 из них здесь преподает Татьяна Румянцева. Каждое воскресенье она приходит сюда, чтобы в доступной форме пересказать детям закон Божий. Я очень довольна, в общем-то, тем, что Господь удостоил меня преподавать в этой школе, общаться с такими замечательными людьми, общаться с такими родителями, с такими детьми. Кроме закона Божия, дети изучают на уроках жития святых, учатся петь духовные песни. Возраст учеников школы практически не ограничен. Если родители приводят трехлетнего, и он спокойно себя ведет, и даже, может быть, участвует в каких-то там беседах, в каких-то играх, поэтому ограничений нет. Но возрастной, конечно, предел существует, потому что, когда дети заканчивают школу, поступают учиться, естественно, что уже у них времени не хватает на посещение воскресной школы. Но так получается, что у нас иногда даже приходят, вот бабушки приходят, детки приходят с мамой, с бабушкой, целая семья, иногда с папами приходят, иногда даже без детей приходят. Программа обучения рассчитана на 3 года, и дети с удовольствием проходят ее. Даже если темы повторяются, пытливые умы задают новые вопросы, требующие ответов. Чаще всего сюда приходят дети прихожан, рассказывает Татьяна. Но много и тех, кто по душевному порыву захотел изучать православие. Уроки проходят, как и в обычной школе. Правда, начинаются они не со звонка, а с молитвы. Благодать Духа Твоего Святого, дарствующего нам смысл и укрепляющего душевные наши силы, дабы внимающие преподаваемым нам учением, возросли бы Тебе, нашему Создателю во славу, родителям же нашим на утешение, Церкви и Отечеству на пользу. Мне нравится, да. Мы проходим разных святых, понимаем их жизнь и учимся петь. Мне очень нравится в воскресной школе, потому что здесь учатся петь, учат всякие стихотворения, ездят, рассказывают, молятся за всех. Ну, воскресная школа, она как бы... В воскресной школе мы познаем все Всевышнее. А в простой школе мы познаем то, что нам надо будет учить в самой жизни. В Славянской воскресной школе учатся порядка 30 ребят. С каждым годом школа растет и процветает. Желающих знать Слово Божие становится больше. А это значит, православная культура возрождается с новой силой, считает преподаватель Татьяна Румянцева. Ведь именно здесь ученики могут получить морально-нравственную почву, которая поможет им в дальнейшей жизни стать настоящими людьми. Рузанна Ефремян, Георгий Калинин. Программа «События».